Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы, которые выставляются в здании главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге. У лодки Луи Вальта, 1899 год, холст масло, 81/101. Поступление 1948 года из Государственного музея нового западного искусства. Ранее находилось в собрании Морозова. Луи Вальта родился в Диепе. Переехав в Париж, поступил в школу изящных искусств в мастерскую Гюстава Моро. Одновременно посещал Академию Жулиана, где сблизился с художниками группы Наби – Морисом Дени, Пьером Бонаром, Эдуардом Вюайером. С 1889-го начал выставляться в Салоне независимых. Под влиянием Анри де Тулуз-Лотрека Вальтона начал использовать в своем творчестве темную цветовую гамму. Однако уже во второй половине 1890-х годов колорит его работ строился на сопоставлении интенсивных открытых цветов, что предвосхищало фавизм. Продолжал развивать собственный стиль, который отличает экспрессивный характер мазка и насыщенность цвета, сообщающий образу внутреннюю динамику. Художник жил попеременно в Париже и в Нормандии. С 1948-го полностью потерял зрение и был вынужден отказаться от работы. Вот такое описание небольшое я нашел к работе у лодки Луи Вальта. 1899 год, холст масла, 81/101. Работа находится в здании главного штаба Эрмитаж Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.